слова не нужны. Я выполню все обязательства, которые на себя взял. Егор Николаевич, прошу единственное, с учетом того, что нам хотелось бы в 2016 году все это в полном объеме завершить, в ускоренном порядке понять объем широты экспозиции и, соответственно, запрос по необходимым помещением. Потому что если помещение мы найдем не нуждающееся в ремонте, это будет быстрее. Если нуждающееся, нужно будет оперативно провести все процедуры, связанные с ремонтом. Потом нужно будет заказывать вот эти все стеллажи, все это, чтобы мы открыли. У вас какая... Я просто в таком графике живу, что я не успеваю даже документы посмотреть, которые мне зачастую ко встречам готовы. У вас какие в семье значимые даты, может быть, в биографии отца? К чему, может быть, нам приурочить открытие этого музея, вот если по следующему году? У нас всегда значимые